билеты? С каких пор в автобусе надо платить? Нас возили бесплатно каждое утро в школу. Западло, почему нас никто не везет? Потому что не так ловите. Водителей нужно как-то заинтересовать. Как, например? Хотя бы так. Отсосу у водителя. А что будет, если вас подвезут, а вы не отсосете? Вас не закатают в асфальт? Конечно, если не отсосу. Да. Если надо проехать пару сотен миль через всю страну, я даже проглатываю. Да, но мы не геи. Да что вы за деревенщина? Новый миллениум. Гей, не гей. Все давно уравнялись. Границ больше нет. Вот граница, и с этой стороны мы не геи. Эй, все хичхакеры делают это. Иначе зачем водителям нас брать? Это подразумевается. Я не смотрю, кто меня везет. Это самая первая заповедь. Какая заповедь? Неписанного кодекса дороги. Соблюдайте заповеди кодекса, и вас подвезут куда надо в два счета. Простите? Ha 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 ha.